как мы этот мир, что перевернем с тобой вдвоем. Мужчина, без которого, мне кажется, российская женщина не представляет свою жизнь. Секси, самый сексуальный, самый популярный — Павел Прилучный. Я, честно говоря, не слышал, что говорили, потому что я что-то же не понял. Спасибо большое. Ну что вы красивый, сексуальный, все вас хотят. Все, я покраснел. Ну, не, вам невозможно покраснеть, вы очень темный. Я уже. Да. Внутри поэтому... я покраснел. Спасибо огромное, на самом деле для меня большая честь получить эту номинацию. Эту статуэтку. Спасибо, это дико приятно. Я очень люблю журнал «Клоу», мы часто с вами работаем. Я желаю вам только процветания, только вперед, несмотря ни на что. Спасибо, низкий поклон, что моя работа приносит людям удовольствие. Всех с Новым годом, друзья! Продолжайте рвать сайт «Клоу», чтобы он падал перед вами всегда. Почему голоса звезд в полумраке?